Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел встречу с Валентиной Матвиенко. Председатель Совета Федерации высоко оценила работу главы региона с федеральным центром. Отдельно она выделила вопросы по ремонту дорог, а также подчеркнула, что в крае существует еще одна проблема, на которую указывают жители. Нет площадок в детских садах, беседок и качелей. Мне доложили, что очень хорошо прошли заседания комитетов с участием региональной команды. Думаю, что и для ваших коллег полезно пообщаться с сенаторами, представляющими разные регионы, пообсуждать проблемы в разных сферах. И по итогам, как вы знаете, мы принимаем постановление, в котором прописываем меры федеральной поддержки региону. Вот я очень внимательно посмотрела все материалы, изучила ситуацию экономическую, социальную. Много сделано вами, Олег Николаевич, как губернатором региональной команды за последние 5 лет. Есть что представить, есть чем похвалиться. Ну и есть, конечно, проблемные вопросы. Вы их хорошо знаете, понимаете, как решать. Это, конечно, дороги. Я понимаю, что без федеральной поддержки в таком большом крупном регионе не справиться. Вы правильно ставите этот вопрос перед федеральным центром. Дороги не только там, которые ведут пунктам пропуска, которые магистральные, но и внутриквартальные, и в поселках, и после зимы в плохом состоянии дороги. Это, конечно, надо этим активно заниматься. Очень много обращений в сетях граждан про площадки при детских садах. Это не такая, знаете, капитальная проблема, там космодром построить, пишут, нет беседок, нет качелей, нет инфраструктуры при детских садах, где дети могли бы там отдыхать, на воздухе заниматься и так далее. Мне кажется, просто проанализировать эту ситуацию, кто у вас отвечает, вице-губернатор, комитет, наверное, по образованию, и такую региональную программу сделать. По словам Олега Кожемяка, данная работа уже ведется в столице Приморья. Так, во Владивостоке делают более 240 таких площадок. Дальше подхватят и муниципалитеты. Особое внимание уделят и пришкольным стадионам. В 2023 году заработала краевая программа по их ремонту.